нравится. Любовь длиной в 20 лет. Ольга Шевченко – закаленный наездник. Все началось с первого похода в конюшню, вспоминает девушка. Большие уши, мягкий нос, длинный хвост навсегда покорили ее сердце и поскакала. В послужном списке с десяток наград различных турниров, еще больше показательных выступлений. Сейчас свой опыт передает юным спортсменам. Начала в 2002 году на базе конно-спортивного клуба «Ломов». Тогда туда пришел работать Руслан Олегович Алиев. И под него начало мы начали тренироваться. Тогда было 6 лет. Клуб нашей героини и еще 5 участников последние дни лета проводят в Сычково. Бобруйский район становится местом притяжения заводчиков, владельцев частных конюшен и простых любителей благородных животных. Последняя суббота августа – конный фест и сотни гостей. Это традиция. На празднике взрослые скакуны, жеребята, пони и ослики. Популяризация доброты, семейного красивого отдыха. То есть для того, чтобы соблюдались семейные традиции, чтобы можно было культурно, красиво отдохнуть с детьми. Особенно перед 1 сентября это актуально. Дети уже все в городе, они готовы выйти на учебный год заниматься. А есть свободные выходные, когда можно приехать и отдохнуть всей семьей дружно перед началом учебного года. 11:00 фестиваль открывается. Первый пункт программы – парад. Представляют участников. Это разминка перед самыми зрелищными номерами. Скачки, манежная езда, костюмированные выступления. Джигитовка – самая зрелищная часть феста и один из самых сложных видов конного спорта. За моей спиной вы видите эффектные элементы, сопровождающиеся акробатическими трюками. Здесь полное взаимопонимание всадника и лошади. Конный фест не столько о лошадях. Это настоящий праздник. Есть и другие представители фауны. Например, многие заглядывают в контактный зоопарк. Лиса, енотовидная собака, игуана, змеи, морские свинки. Для них вкусности, детям фото на память. Плюс конкурсы, песни, танцы, всякие угощения. И, конечно, куда без катания на лошадях. Для всех желающих. Приятно всегда выехать на природу, посмотреть на лошадей, особенно здесь очень так живописно. Нам понравилось. Ребята молодцы, вот особенно девушка. Я очень, к сожалению, не запомнила, как ее зовут. Вот девушка такая на коне, просто великолепно. Хорошее мероприятие с детьми для семейного отдыха, вообще замечательно просто. А в прошлые годы приезжали? Нет, мой первый раз. Расскажи мне, как тебе лошадка? Хорошо. Когда-нибудь до этого лошадок видела? Да. И что думаешь, как лошадки, хорошие? Да! Не ради выгоды, а для людей. Несмотря на дождь, конный фест дарит всем гостям незабываемые впечатления и хорошее настроение. Организаторы обещают, в следующем году будет еще интересней. Праздник должен продолжаться. Карина Гуревич, Максим Галионко, Бобруйск, 360.